Всем здравствуйте! Я рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня речь у нас пойдет вот об этой замечательной финиковой пальме. Мы сегодня будем ее пересаживать. В конце ноября, когда я только начинала свои первые видео снимать, когда открыла свой канал, у меня там было видео про эту пальму. Как можно вырастить в домашних условиях, как посадить семечки, с чего, в общем, начинать. Кому интересно, можете посмотреть на моем канале это видео. Ну и не только. Итак, начнем. Сегодня будем переваливать, не пересаживать, а будем переваливать вот эту вот пальму из этого горшка в более большой. Потому что ей уже там, по-моему, тесно. Вот я ее всю вам даже не знаю, как показать. Но горшочек маловат для нее, смотрите. Будем пересаживать. Сейчас я поставлю камеру поудобнее, чтоб нам было все видно и понятно. Вот так, думаю, будет в самый раз. Итак, начнем. Да, еще хотела сказать. Под этой пальмой у меня, кто смотрел, видели, что растет зеленушечка вот такая всякая. Это кислица. Тут полосатенькая росла с белыми прожилочками. Тут просто зеленая. И в другом горшке у меня росла вот с такой крупной зеленью. Это такая более малиновая. Это розовая вот эта. А эту я не видела, как цветет. И недавно была рядом. У нас тут торговые ряды есть. Бабушки торгуют цветочками. Разговорилась с ней. Она мне подарила вот такую еще семена. У тебя, говорит, такой точно нет. Зеленая и внутри с бордовым. Посадим тоже. А вот это интересно, смотрите. Она выглядит как манка. Ой, манка, говорю, как гречка. Такое ощущение, что гречка там наросла. Кстати, вот у этой... Нет, у другой. У меня есть еще бордовая с треугольными листиками. Розовым тоже цветет. Там как косичками такими. Вот у этой по-другому как-то. Это еще другая. Так, ну от слов приступаем к делу. Это я пока уберу в сторону. Взяла вот такой поднос старый. Надо вот это мне убрать сначала. Так, там видно? Да, хорошо видно все. Это прям вот так выдерну. Я всегда говорю, не бойтесь пересаживать. Ничего в этом сложного и страшного нет. Сейчас я подкопну здесь вот эти, чтобы семена вытащить. Расшевелим грунт. Что вытащится, то вытащится. Да, по-моему, даже если не вытаскивать там в самой почве, наверняка. Вот здесь вот ничего пока еще и нет. Не видно. Ну, вот они есть. Ну, прям вот так вот в кап туда сверху потом положим и все. Вот это полосатенько так красиво росло так. Очень красиво смотрится. Вот они разные, когда мне нравятся. Тоже я вот это вот место прям, что откопнула, посажу и все. Будем надеяться, что взойдет. Ну, если даже не взойдет, то... Значит, не взойдет. Корни, по-моему, так разрослись, что даже уже поливать некуда. Все это поднялась земля даже, кажется. Сюда в горшок я уже насыпала дренаж на низ, потому что там дырочки, чтобы земля сильно не сыпалась, прям прикрыла их все. Ну, во-первых, чтобы земля не сыпалась, а во-вторых, чтобы корни, если вода даже остается, чтобы они не загнили. Так, вот сейчас надо как-то аккуратно ее вытащить.
И это, думаю, не получится слишком просто. По-моему, надо взять нож. Самое-то основное, да, вытащить. Ой, ну корни, прям она такая дико так смотрится, как она-то в принципе и есть дикая. Где-то же они растут прям в природе. Обыкновенная финиковая семечка, когда-то посажена. Кстати, ей, наверное, лет 15, мне кажется. Ну, первые года она у меня не росла. В том видео я как раз про это все рассказывала. О! Так. Удачно. Посмотрите, целый ком такой прям. Так, это я сразу сюда высыпаю. Горшок убираю старый. Смотрите. Вот это самая настоящая дикая пальма. До того спрессовались корни. Вовремя я ее начала пересаживать. Хотя она, в принципе, растет хорошо. На это можно не жаловаться мне. Но, по-моему, надо пересаживать. Если не пересадить, вот-вот, возможно, она прекратит свой шикарный рост. И будет опять сидеть без движений. Можно было, кстати, не выкапывать мне все, что я выкапывала вот здесь. Наверное, вот так и посадим. Так, посерединочке надо, чтобы прям точно. Сейчас я посмотрю вот так. Да, по-моему, четко посередине. Приготовила землю. Земля у меня, кстати, я не покупала специально, так как цветы пересаживаю. Землю я не выбрасываю. Я просто добавляю немного коры, допустим, добавляю. Вот пересадила цветок, земля осталась. Я ее в пакет, допустим, в большой пересыпаю. Туда можно добавить коры, чего еще? Кто? Ну, уголь, перлита немножко добавить. Даже вот листья, которые отмирают, бывают такие цветы, которые сыпятся листья у них сильно. Вот эти листья можно все прям вот скомкать и туда же. Оно все там перепреет и будет типа удобрение. Так что землю специально даже не покупаю. Ну, у кого меньше цветов, то да, возможно, земли нет. А у кого цветов-то полно, то это прекрасно знают. Ложка у меня такая, смотрите. Написано «Алтай». Сувенирная такая большая ложка. Это когда-то папе дарили на день рождения. Такую ложку. Да, там я корни совсем не стала трогать. Сейчас просто засыплю по бокам землей. И таким способом у нас получится, мы увеличим площадь для разрастания корней. Ну, все-таки это пальма. Она растет очень высокая, по идее. Вообще у меня, я считаю, она растет не очень быстро. Не знаю, может, для меня она растет нормально. Если она у меня вырастет за 3 года до потолка, что буду с ней делать? Я даже рада, что она у меня не растет очень быстро. Зато она компактная. Иногда посмотришь, 3 листа до потолка. Это значит, что стоит где-то в темной комнате, возможно, солнца мало. Вытягивается. У меня же она стоит на окне. Пока что. Вот сейчас я думаю, когда пересажу, я ее уже поставлю на пол. Потому что такой горшок на окне
Ну, уже как-то не очень эстетично будет смотреться. Пол окна закроет, во-первых. Но уже пора ее на пол переселять. Кстати, сегодня у нас не очень жаркая погода. Я вообще предпочитаю пересадку цветов делать именно вот в такую погоду, когда идет дождь, не слишком жарко, чтобы цветку было легче перенести пересадку. Ну вот такая пересадка, перевалка, это вообще никак не, ну, не отразится. Вот как раз я вам говорила, добавляю уголь. Вот, например, уголь кусочек попался. Так, сейчас засыпем. Можно было немножко распотрошить, конечно, те корни, но я не стала. Я думаю, это лишнее. Так, у нас вот это еще осталось. Эту я прям вот так сверху сделаю. Мне нравится у нее именно вот этот дикий вид ее. Вот эти все вот сплетенные как волокнами. Это старые листочки были. Кстати, у этой пальмы всего, наверное, листа 4 снизу пожелтели, и я их просто обрезала. Так она у меня даже листья за 15 лет, она у меня вот скинула всего, получается, листа 4, не больше. Ну как, отсушила уже, видать, от старости. Кстати, в фильмах-то, если посмотреть, страны, где пальмы растут просто на улице, у них там их подстригают. Мы, конечно, этого не знаем и не видим. Но там вот так же подстригают по стволу. И получаются в итоге голые вот эти длинные стволы. Я всегда на это смотрю и думаю, ну, многим нравится. А я считаю, вот она разрослась, такая высокая, большая. Ну, по-моему, не очень красиво. От солнца не закрывает. Три штучки посажу. Так, это у нас с бордовой серединкой получается. Вот эту рядом посажу. Это у нас будет... Так, а почему она у меня просто зеленая? Она же должна быть не зеленая. Так, ладно, не важно. Это будет, пускай здесь зелененькая. С этой стороны посадим, которая полосатая. Вот тут. И накидаем семянок, которая крупненькая, розовая, такая темно-розовая, только бордовая. Здесь прям так накидаем и все. Посмотрим, что взойдет. Будет слишком много, да выдернуть никогда недолго. Правда же? Ну вот и все. За разговорами, за рассказами, и все готово. Так, осталось полить. И все. Ну вот, эта красотка готова. Она все в своем новом доме. Поставила поддончик такой. Горшок этот, да, намного больше. Посажена она у меня получилась точно так же по высоте, как она и была. Вот на каком уровне была, на таком и осталась. Вот как было видно вот эти вот корешки. Она как-то прям приподнялась у меня в один год. И эти корни у нее вот так получились. Так она и будет расти. Значит, ей так удобно и комфортно. Вот так получилось.
А у нас с вами еще ведь впереди работа. Следующий ролик будет. Смотрите, вот эти дебри будем разбирать. Это у меня фикус. Бедный, несчастный. Живое дерево обнаглело совсем. Вы смотрите, что оно творит. Вот что творит. Потом еще будет у нас с вами занятие вот такое. Будем обрезать. Уже достаточно долго процвел. Будем убирать. И вот эту малявочку надо будет куда-то приспособить. Да, еще хотела вам показать. Мы с вами как-то пересаживали ситкрязью вот эту. И я вам говорила, что она цветет. Набирает цвет. Фокусируется плохо что-то. Короче, вон там набирает цвет. Подросла. Вот этот черенок самый большой, это который единственный оставался в этом горшке. Остальные я все досадила. Кому интересно, опять же, кто он, господи, в альбоме у меня про цветы в плейлисте. Можете найти это видео и посмотреть. Все, на этом будем прощаться на сегодня. Кому было интересно, подписывайтесь, будьте со мной, ставьте, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Надолго прощаться не будем, как обычно. И я всех вас жду с нетерпением на своем канале. До новых встреч!